Сегодня у нас плата Arduino Pro с двумя рядами отверстий. И ножки идут к нему. Две ножки, которые мы должны будем припаять к нашей плате. Вот таким вот образом. Они, видите, не фиксируются, болтаются и предназначены для того, чтобы пользователи припаивали эти ножки. Так, что нам для этого понадобится? Сама плата с ножками. Желательно брэдборд для фиксации нашей платы для пайки. И паяльник, и лучше паяльная станция, но у меня паяльник. Паяльник нужно с регулируемой температурой на минимальный ставим, или может чуть больше. И обязательно паяльник должен быть, если это не паяльная станция, с функцией заземления, так как в жале паяльника обычно может находиться статический заряд, напряжение может доходить до 30 вольт, что просто-напросто убьет нашу плату во время пайки. Я подсоединю его к проводу, который идет от центрального отопления к радиатору. Так, далее припой. Приступим к пайке. В общем, вот такой результат у меня получился. Ну, пайка не очень красивая. Но я проверял на мультиметре. Все нормально. Использовать мы в дальнейшем будем эту плату через брэдборд. Вот таким образом. И уже соединять провода рядом на брэдборд. Так, до свидания. На этом все. Пайка завершилась. В дальнейшем будем уже подсоединять другие модули к этой плате. И смотрите другие видео, делитесь и до встречи.